без шрифта. Офигеть, анимация полностью сделана. А, ну замочи, замочи. На. На. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Гуссанёк, Мулф, Хеллфан, Крошка-Крошка, Драг-Драгон, Васами Скромник, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем чаёк, с вами Санёк. Я призраком буду сегодня. Ребята, наконец-то вышел новый пилпак, скорее всего, это даже не пилпак, а нексботы на FNAF Security Breach, поэтому у нас сегодня обзор на классных аниматроников NPC. Если опять кушайте, приятного аппетита и досмотрите до конца, потому что в конце мы поставим все одновременно и будем против них воевать. Погнали. Так, первый у нас Блоб. Нифига себе он убивает, а ну замочи меня. О, прикольно, прикольно. Причем такого у него нельзя вскрыть. Так, следующий. Спринтрап. Ой, прикольный, кстати, спринтрап. Такой красивый. Он сгорел, что такое? Да. Так, включи фонарик, чтобы подсветить. Блин, он крутой, у него прям зубы. Кстати, у вас нитализация это все видно прям, да? Да. Офигеть, кстати, у ни одного выбитого зуба. Сейчас мы это исправим. У него глаза фиолетовые. А ну помочь. Ого. А ну лупани меня. Ау. Бум. Нифига себе, он двоих убил, троих сразу убил. А он бежать ему. Так, хорошо, давай знаешь, как мы будем проверять жизни. А ну стой. Стою. Чё там, чё-то нифига, пацаны. Димас его сверлит. Я его чиню. Я тоже хочу его починить. А чё не умирает, пацаны? Сколько у него жизни? Много, наверное. Смертный. О, давайте проверим, бессмертный или смертный? Да, смертный. Смертный. Всё-таки он стрелял. Пацаны, извините, кого там зацепил. У него анимация прикольная. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И обратите внимание, что сегодня мы записываем на измененном GM Construct. Какой следующий аниматроник у нас? Это у нас Дакайра Артендант. В народе солнышко. А ну что, он какие-то звуки издает, не? Ого, звуки он издает. Какой он добрый, так посмеялся. Какой-то психован. Дай еще раз. Стой, стой. Дай я его рассмотрю. Полностью, да, скопирован? Идентично с игры. А ну побегай, есть такие шаги, когда он бегает? А какой кнопкой ты говоришь? Он сам. А, он сам говорит? Вот он, я сзади, сзади, Дим. Так. Ты на меня смотришь, я человек. Так, смертный. Ладно, будем сейчас обычным оружием, можно даже проверять. Ой, прикольно. Так, этого зовут... Диджей Мьюзик Мэн. А чё такой гигантский? Это какая-то жесть просто, ребята. Смотрите, как он гигант. А ну, лупани меня. Я не могу. Ты не можешь бить? Нет. А давайте ты застрял, походу. Стой, 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 я сейчас тебя поправлю. А ну-ка, вот так вот. О! А ну, ударь. Дай, бей. Бей. Нифига себе ты бьешь. Блин, я такой рад, что добавили классных некс-ботов по ФНАФу новому. Я так ждал. Мы, Серега, ждали. В принципе, когда можно вселяться, это полноценные, по сути, пилпаки. Так, два мы тебя посверлим. Так, оружие. Я его сверлю. Может даже не посверлить, у нас есть другое оружие. Админская пушка. Да? Ты думаешь, админская пушка? Ого. Димас, у него ноги такие же, как и у... Да, я знаю. Димас, на голову посмотри. Нет, пацаны, мы его будем долго так мочить. Я так понимаю, у них очень много жизни. Давай следующего. Ого, он когда убился, сразу маленьким стал. Хо-хо-хо. Так, следующий у нас аниматроник эндоскелетон. Вот он. Ого. Блин, ну он вообще, детализация этого пака на NPC крутецкая. Посмотри сзади еще. Ого, ну стой, 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 да, со спины, дай посмотрю. Да, прям механизмы, провода висят. А ну побегай. У меня кнопка на спине выключения, включения есть. Ну, куда он звуки издает. Да, тут вообще полностью звуки скопированы с игры. Еще теперь ждем полноценную карту, мы сможем РПшки записывать, да, ребята? У нас есть скин Грегори, Ванессы, будем играть. Бегать не умею. Нет? Ну так же, всех там все одинаковых. Офигеть. Хорошо, хорошо. Так. А, ну если эндоскелетон, нажать на него на Е, ничего не происходит, нет. Так, следующий у нас Гламрок Чика. Моя сестра.
Только на целую возьмите тебе. А ну побегай, побегай, как шаги в точь-точь. А как ты это так бегаешь на корточках, как бы руки опущены? Как вот так? Сама такой. Это сама на какой-то обычный без шифта. Офигеть, анимация полностью сделана. А ну замочи, замочи. На. На. Ты что? Давай тебя поджим. Хорошо, хорошо, нормально, фигачишь, пойдет. О, а тут в тебя можно залезть? О, можно, можно, кстати. Вот смотри, поставь его и подожми, подойди к нему, нажми Е, и можно в него сесть официально. Нельзя, вранье. Да, видите, открывается живот у него, и можно сесть. А ему, не, не, а в него сесть... А во, он прогнил, он гнилой. И все это произошло, когда подошла кровь. А вылези, а вылези, вылези. Можешь вылезти? Может, а чё он такой старый стал, реально? О! А может, а, там же по факту... О, у меня сейчас... Нифига. Ты сел в него, не? Давайте, ребята, покажу, как можно в него садиться, потому что так непонятно. Смотрите, вот я его ставлю, нажимаю Е. Оп, и я в нем. А ты не гниёшь. А. А это, наверное, другая моделька или я гнию? А, не-не-не. Гнию, да? Да-да. А чё будет, а когда буду долго ходить? А давай. Он тебя, наверное, выкинет или убьёт? Он тебя убьёт. А он гниёт и ломается, я понял. Офигеть, я хожу прям на нем долго очень, давайте побегаем. Я так понял, он гниет, когда ты в нем долго. А я не могу дамажить, он добрый. А, ну Даш. Так, выхожу на Е с него, что произошло? Головы нету. Ой, головы нет. О, давайте дальше его ломать, а ну садитесь с него и бегайте дальше. Я сел в него. А ну бега, 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 что будет, ребята? Проверяем, мне интересно. Так, ждем, ждем, ждем. Может у него руки начнут отпадать? Сейчас посмотрим. Ломайте и его. У него шапочка отпадет. Так, что со мной? Я не могу двигаться. Тоже самое, то же самое. То же самое, кстати. О, ты смог. Что-то странно очень. Я тоже не могу двигаться. А, когда открывается этот люк, я не могу что-то двигаться. Я хорошо. Двигаться. Так, это очень странно. Давайте карту аннулируем. Давай. У вас тоже, да, этот глюк? Следующий у нас... А, подождите, отключу им. Куда? Монти. Прикольненько. Погнали. Так, пока цены заходят, я сейчас буду их гасить здесь на спауне. Да, озвучка полностью сделана так. Так, чем могу бить? Правой рукой, ничего не делается. РТФ, МНЕ. А ну, типа, просто стоять. Будут звуки издавать. О, вижу своего брата. Так он не настоящий, я настоящий, Монти. Нет, я настоящий. Зря ты так про меня говоришь. Вот так, как будто сказал. Прикольно, прикольно. Так, кто у нас там еще есть? Роксанни Вольф. Классно. Рокси. А Роксана может этот ползать? Она же, по-моему, ползать что-то может такое. Ой, я не знаю, может NPC сам может, я чуть не могу. Могу на шифт бегать. Очень классно волосы сделаны, очень. Но она в окнате, она ползала, Ух ты. Ну когда NPC поставим, посмотрим, будут они ползать или нет. Она какая-то бешеная, она на всех нападает. Так она с дистанции бьет. Она да, да, нападает. Она такая. Так, следующий у нас... Шатерен Монктомейни. Короче, поломанный Монти, правильно? Да. Будем народным языком говорить. Ой, это... Поназывают. Так, а чё, я вот так просто... Очень странно. Перемещение. О, он как выстрел делает. Хорошо, хорошо, я уже хочу всех поставить. Поломанный Рокси. О. Блин, вообще круто сделано. Где твои глаза? Я не вижу. А ты будешь глаз. Бегать здесь, и тебе... Ты будешь здесь бегать. Да, все получится. Ты что, будешь со мной драться? Ну давай, подойди, подойди, подойди. А ну да, давай, убей нас, давай. Ты что думаешь, я голимый? Да. Хорошо, давайте, раз хотите повоевать, поставлю настоящие Рокси. Нет. Готовы? Ну что, ребята, всех посмотрели. Теперь пора и повоевать. Давайте этого уберем, давайте сразу поставим вот этого. Алибер же можно. Понял. Ну давайте большого тоже пока. Фредди не будем, Мы сделаем, короче, ролик, когда у нас будет 20 Рокси, мы будем против них выживать. Ну что, ребятушки, готовы повоевать? Блин, круто сделано. Кстати, все оптимизировано, идет и красиво. Да-да. Кстати, вы помните, что у них жизни, да, многовато? Уже взрывы пошли. Да-да-да.
Ого, замочило. Замочило, не спорю. Так, давайте поднимемся, изучим немножко эту карту. Здесь прикольно сделано, по-другому немножко. И здания прикольно сделаны. Здесь мы много новых добавили. Тут еще есть более большой подвал. Не, мы будем теперь на этой карте постоянно записывать. Мне эта карта больше нравится. О, спасибо, кто мне выдал оружку мощную. Вижу. Огонь по Рокси. Нет, такое не берет. У нас прям тут... Ой, убило. Представляете, что сделала? Так. Блин, прикольная карта. Окружена скалами. Так уютно на ней как-то. Да что вы делаете? Я люблю такое делать только. Они за мной гонятся, Димас, они все за мной. Знаете, что я хочу сделать? Выдержит ли аниматроник этот выстрел танка? Прикрывайте. Где? Не вижу. Димас, они там. Вижу. Димас, сзади. Он спасает. Димас, сзади. Вон там. Вижу. Акула, слез с танка, не вижу ничего. Акула загораждает, да. Не берет, что ли? Он за мной, завалить. У нас вот такая жесткая битва. Бум, ой, по танку стрельнул случайно. А вот дуло не опускается так. Стоим, ждем. Так, внимание, матроников. Кого? Да, гранаты кидай. Че, еще ни одного аниматроника не убили? Четко было попадание, метка, но ничего не произошло. Ого, я вас троих убил, а их нет, что это было? Блин, танк что-то их не берет, пацаны. А их ничего не берет, кроме админских? Мне кажется, их берет что-то. Пацаны, эксперимент, что их может взять? Блин, тут только скайбокс низкий, это жесть. Взял. Реально, кстати. Не взяла их? А нет. Да, они нет. Еще бегают. Не взяло. Вы что, голимы, отвалите. Еще разочек, пацаны, должна убить. Так это бомбы всегда убивали их, помните? С Гренвича. Не, они даже меня не убили. Она даже админские пушки использует. Ну давай попробуй админский пистолет. Или какие там админские пушки давай есть? Петуха. О, два петуха, реально, петушком попробуем. Так, оружие. Я уже забыл, где этот петушок берет, находится. Не берет? Взяла Гордон Фриман. А что же делать тогда, пацаны? Гордон Фриман их взял. Гордон Фриман, давайте. О, вот тут полкарты черные. Я Гордон Фриман. Ого! Ого. Наверное, моя бомба взорвалась. Да, еще бомбы мои взрываются. Откуда они там набрались, так надо валить. Офигеть, что творится. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. О, пацаны, давайте попробуем заморозку. А, ну давай. Где они? С петуха, одного убил. Вижу, бегай. Давайте попробуем заморозить. Работает. Не замораживается. Ну зато преграждает. Офигеть, вы что такую жесткую битву устроили, хлопцы? Я убили. Ой, Hellfan, молодец, замочил. Это с монтировкой. Пацаны, мне кажется, они прям очень жесткие. Дайте аниматроники. Да. Карта черная вся. Ну что, пацаны, делаем в конце эпический взрыв. Делаем ядерный взрыв. Но есть одно но, под водой. Я не умру. Вы будете живые, вы не умрете. Я не умру. Вода сдержит взрыв полностью, весь поглотит. Неправда. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord, на всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Пока. Видишь, все живые. Да, все живые. Ого, теперь нет.